Ну, Новый год, мне кажется, перебор. Слишком долгие выходные на Новый год. Я бы на самом деле укоротил их и размазал по другим дням более равномерно. Вот. Больше бы праздников хотелось бы летом, конечно, когда, в общем-то, очень сложно работать, особенно там, в больших городах, людям. И хочется побольше побыть на природе. Да? В нашей стране, мне кажется, это такой важный момент. Вот. Ну, а так, мне кажется, если вы как бизнесмен хотите поработать, то вы можете поработать и в праздник, никто вам не мешает. Вот. Но для людей всегда очень приятно, важно иметь возможность побыть со своей семьей. У нас в нынешней экономической ситуации бизнес требует все больше и больше напряжения сил. И на семью, и на близких не остается практически, на друзей не остается времени. Поэтому, на мой взгляд, ничего страшного, что у нас добавляются новые праздники.